газон является обязательным атрибутом любого садового пространства, потому что газон дает влагу, он дает микроклимат, он дает фон для всех композиций, расположенных за ним. Газон – это содружество луговых трав. Эти смеси могут состоять, как быть, как однокомпонентными, двухкомпонентными, четырех, пяти, до восьми компонентов может быть в составе травяной смеси в зависимости от назначения этого газона. Газоны по назначению бывают партерными, это красивые шелковистые газоны. Бывают газоны спортивные, в которых должна быть твердая, такая устойчивая к вытаптыванию. Бывают мавританские газоны, в которые включают в себя разные по высоте и цветению растения. Травы, используемые в травосмесях для газонов, это обычно мятлик, овсяница, полевица. Иногда добавляют райграсс, который быстро нарастает, но это такая достаточно агрессивная трава, которая дает быстрое озеленение. Я не очень люблю ее в смеси, но иногда она бывает очень нужна. Для того, чтобы сделать газон, самый главный элемент – это почвоподготовка. Готовится ложа не цветника, а ложа газона. Удаляются все корневища, выравнивается площадка, она утрамбовывается. Даже после того, как площадка выровнена, бывает так, что есть какие-то небольшие дефекты. Их надо, безусловно, удалить, подсыпав равномерный слой земли. И только после этого мы приступаем к непосредственному посеву. Посев может быть как вручную в нескольких направлениях, так и при помощи газонокосилки. Завершающим этапом посева газона является обильный полив. После того, как растения политы, они чуть плотнее уходят в землю. И после этого нужно сделать паузу. Пауза – это не менее 3 недель, после которой растения начинают потихонечку прорастать. Я не сказала еще один важный момент, что иногда для того, чтобы хороший был газон, вот эту землю под паром оставляют сначала без посева на 3-4 недели, чтобы сорняки, находящиеся в земле, проросли. Потом их удаляют, а потом уже делают посев. Если нужно ускорить этот процесс, то есть такой замечательный способ, как рулонный газон. Почвоподготовка идет так же. Подготовкой мы ничего не пропускаем в этом этапе. Но газон мы покупаем в рулонах, раскатываем его и сверху по раскатанному газону проходим катком для того, чтобы уплотнить эту дернину и чтобы она быстрее прирастала к земле. Первую половину лета для хорошего состояния газона, безусловно, нужно использовать удобрения, содержащие азот, и в то же время обязательно нужен полив. При отрастании газона на 10 сантиметров его нужно закашивать на высоту 5-6 сантиметров для того, чтобы для лучшего кущения и хорошего состояния газона. Осенью меняется состав удобрений, которые мы используем для газона. Мы берем удобрение с минимальным количеством азота, но увеличиваем состав калийных и фосфорных элементов. Это нужно для того, чтобы дернина была более крепкой, для того, чтобы кущение было хорошим и для того, чтобы газон хорошо перенес зимний период. Во второй половине августа газон скашивают, удобряют его последний раз, и после этого обычно уже не вмешиваются в его личную жизнь. Но в то же время есть такой хороший прием, который называется полог. Можно, допустим, в газон покрыть небольшим 3-4 сантиметра слоем торфа, смешанным с конским навозом. Эта смесь удаляется весной до того, как растения начинают отрастать. Но это хорошее одеяло, которое предохраняет газон от болезней и выпреваний. Иногда осень бывает достаточно долгой и теплой. Мы никогда не знаем, когда же выпадет снег. Поэтому мы смотрим внимательно за газоном и следим за тем, чтобы трава не была переросшей. Если нужно сделать дополнительный укос, мы его делаем, так чтобы трава уходила под снег высотой 5 сантиметров. Это оптимально. Весной обычно газон имеет печальный вид. Но это не страшно, потому что он просто выходит из зимы. Все растения имеют несколько печальный вид по весне. Но нужно газон сначала очистить его веерными граблями от всего мусора, который там накопился, сделать аэрирование газона и сделать хорошие подкормки с азотными удобрениями. Хороший полив, и ваш газон будет снова чувствовать себя в форме. В жизни газона, безусловно, бывают проблемы. Это сорняки. Это в первую очередь, как мы знаем, сорняки – это вот одуванчики или подорожник, которые все время норовят поселиться там, где мы их не хотим видеть. Но все зависит от того, как к этому относиться. В Японии к подорожникам и одуванчикам, вернее, к одуванчикам относятся так, как к хризантемам. Если вы любите этот цветок, вас не раздражает, что он растет на вашем газоне. Если же нет, то нужен тщательный уход, нужна прополка.
Второй проблемой наших газонов являются грибковые болезни, которые тоже иногда бывают в период влажного лета, и также это часто случается весной после оттаивания газона. Но для этого есть фунгициды, которые как бы успешно борются с этой проблемой. Одной из проблем газонов является зарастание мхом. Это причина обычно в том, что почва закислена или она находится в теневой зоне. И исправить это можно определенными агротехническими приемами. Мы добавляем доломитовую муку, золу, удобрения для газона, аэрируем почву, и эта проблема уходит. Иногда это бывает даже очень симпатично, когда растет мох. Просто как к этому относиться, опять же? Бывает так, что мох на дорожке или на камне, он дает шарм и какой-то налет старины. Существует еще одна задача. Нам нужно разделить газон и дорожки для того, чтобы удобно и функционально было проходить с газонокосилкой. Одним из способов является разделение гравийной отсыпкой, что, в принципе, достаточно функционально. И меняя как бы гравийные отсыпки, можно сделать достаточно декоративную линию, усилить ее. Но существуют также другие способы разделения газона и цветников. Это лопатой мы делаем под определенным углом срез для того, чтобы газонные травы не перерастали в цветник, а цветник, чтобы был подчеркнут и более эффектен. Когда вы задумываетесь о том, какой же вы хотите видеть газон на своем участке, вы должны исходить из тех позиций, как сколько времени вы можете уделить этому газону. Потому что содержание газона в хорошем состоянии – дело достаточно трудоемкое. Покос, полив, удобрение – все это требует времени. Но можно выйти из ситуации разными способами. Можно разрешить дернине расти так, как она есть, и просто ее закашивать. Можно выбрать специальные травы, которые не очень сильно отрастают. А можно, наоборот, дать возможность вырастить высокорослые травы и сделать газонный высокий травяной цветник, который тоже имеет право на жизнь. При уходе за газоном есть еще один прием. В жаркое сухое лето можно скашивать траву без травоприемника, оставляя эту траву на 1 или 2 дня, с тем, чтобы высыхая, трава немного сохраняла влажностный баланс. Через эти 2 дня, когда трава подсыхает, ее обязательно нужно убрать граблями, вычистить аккуратно, потому что фотосинтез должен идти, и он должен идти стабильно. Если этого не будет, будут образовываться желтые проплешины и пятна. Это касается и любого мусора, травы, хвои. Он не должен оставаться на газоне. Газон должен быть чистым. Если вы хотите иметь красивый изумрудный газон, ухаживайте за ним. Правильно?